Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу, как принять участие в турнире на сайте imbiwar.com. Для начала перейдем на сам сайт imbiwar.com. Далее на этой странице нужно зарегистрироваться. Если у вас нет аккаунта, нажимаем на кнопку «Регистрация». На этой странице вводим все свои данные. Придумываем никнейм. Пароль. Выбираем страну, потом год рождения. Так, выбираем пол, соглашаемся с условиями и вводим капчу. 50. Создаем аккаунт. Итак, вам должно прийти на почту письмо с подтверждением аккаунта. Переходим на свою почту. И ждем подтверждения. Итак, нам пришло письмо с подтверждением аккаунта. Переходим на него. Так, нажимаем на кнопку «Подтвердить». Вас перенаправят на сайт. Я уже подтвердил просто. Так, далее нам нужно настроить свой профиль. Настроим свой профиль. Нажимаем на кнопку «Профиль». Настройка профиля. Так, здесь можно загрузить свою аватарку. Давайте загрузим свою аватарку. Где у меня тут изображение? Ну, любую попробуем загрузить. Вот наша аватарка уже применилась. Так, далее можно указать свой статус. Ну, написать. Так, свой скайп, желательно для общения с другими игроками. Так, часовой пояс. Ну, стоит, в принципе, правильно. Также можно изменить страну, если вы указали по регистрации неправильно. Это мини-биография. Так, далее вот эта вот колонка важная. Чтобы принимать участие в каком-либо турнире, допустим, по игре Наполеоник Варс, у вас должна быть кнопка, то есть галочка поставлена напротив Наполеоник Варс. То есть то, что вы подтверждаете, что вы играете в данную игру. Также, так, я планирую играть Баннерлорд, Last Feudal, Arma 3, ну и Total War. Так, сохраняем изменения. Все, это все, что касается настройки профиля. Так, далее давайте примем участие в турнире. Так, давайте сперва перейдем во вкладку в определенную игру. Так, у нас Наполеоник Варс. Так, на данной странице отображаются все новости, все события по данной игре. То есть все статьи, форум и так далее. А по этим вкладкам можно перейти на данную как бы... раздел, сражения, допустим, какие происходили или будут происходить. Какие игроки играют, кто онлайн, у кого какой баланс на счету, какой рейтинг и так далее. Кланы. Так, переходим в кланы. Так, можно создать клан, если вы не состоите ни в каком клане. Так, я этого делать пока не буду. Так, давайте примем участие в турнире. Нажимаем на кнопку «Турниры». Так, и видим... В данное время идет регистрация на один турнир MBWAR Duel Tournament. Так, давайте в него перейдем. Тут можно ознакомиться с правилами турнира, с описанием и так далее. То есть, а тут в правой колонке настройки турнира. Я так понял, начало 3 декабря 2016 13:00. Окончание пока неизвестно. Статус идет регистрация. Система олимпийская. Тип дуэль. То есть, один на один. Число команд. Так, 11 человек уже из 300 зарегистрировалось. То есть турнир может достигать до 300 человек. Так, размер команды 1, правильно? Так, приз пока 0 слитков, так как никто не внес пожертвование. Призовых мест 3. Так, 3 призовых места. Так, давайте примем участие. Нажмем на кнопку «Принять участие». Так, вот нас сразу перевело во вкладку «Команды». Мы видим, кто в данное время зарегистрировался на данный турнир. Так, далее можно пожертвовать как бы свои слитки в организацию турнира. То есть, если вы пожертвуете слитки, то в данном разделе вы будете числиться как спонсор. То есть, и все ваши слитки перейдут победителю. Но мы этого сделать не можем, как у нас на счету пока 3. А по условиям должно остаться больше 2. Так. Дальше можем просмотреть сетку. Сетка будет сгенерирована, когда начнется сам турнир. Так, и все. Остается дальше ждать.
3 декабря. Ну, на этом все. Всем спасибо.